Всем добрый вечер. Клуб Александра Невский. Продолжаем работу над захватами. И что можно из этих захватов делать? Ну вот, опять же, я проиграл захват. Начинаем бороться. Партнер крепко держит руку. Я перехватываю захват. И пытаюсь отсюда выйти, как обычно, на рычажок. Да? Вот этот рычаг. Ну, партнер мудрый. Я начинаю переходить на рычаг. А он прихватывает руку, прижимает. Да? Вот. И не дает, отключает мне руку. Ага. Что я делаю? Мне, в принципе, это сейчас и надо. То есть я начинаю, провоцирую, как будто делаю рычаг, он подтягивает руки к себе, вот, я выбираю захват, подходя к нему, эту руку пока держу. И как только я взял захват на пояс, я подошел сразу к нему вот сюда, так, чтобы он руку левую не смог выдернуть легко. Выдергиваю руку, чтобы она застряла. Я провоцирую. А? Подтягивает. Я подошел, взял, сразу прикрыл. Что отсюда делаем? Правой рукой держу за пояс, корпусом прикрыл его руку, чтобы он не убрал ее. Здесь прихватываю где угодно. Делаю бросок вперед. Сейчас, допустим, подножку или подхват. Вот сюда нагрузил, отсюда. Сделал бросочек. Угу. Допустим, подхват можно вот туда. Потом отсюда можно сделать, подошел, захват за ножку, уронил. Можно сделать посадочку отсюда, такой, подобие подсечки, падение. Вот отсюда взял, отсюда, и уходя в сторону, сделаю такую подсечку с падением, такая раскрутка, вот сюда. Ну и как вариант можно сделать отсюда очень удобно прогибом. То есть вот отсюда я то же самое делаю. Взял захват, отсюда подтащил его к себе, таз подвел под него и отсюда прогибчиком. То есть здесь очень естественное это движение. Почему? Потому что я его как бы вот движение раз, таз подвожу вот отсюда и отсюда сразу прогибчиком движение. Здесь вся суть этого движения в том, что я провоцирую на рычаг, а он руку прижимает к себе. И моя рука на какой-то момент остается для него бесхозной. То есть вот он даже если прижимает, вот рука у меня свободна. Она уходит вот сюда и подвел вот сюда. То есть самое главное прийти в это положение, почувствовать, что партнер не может сейчас руку левую выдернуть, да, правую ему неудобно его толкать. А если он толкает, то мы отсюда делали его движение, переворот. Толкает он. Вот. Отсюда, да? Переворот. Ну вот, работа над захватами. Нужная, полезная. Всем удачи, привет.